Автоуправляемый велосипед Google. В Голландии на велосипедах катаются больше, чем в любой другой стране мира. Почти 900 километров на человека в год. Это также означает 350 тысяч травм, связанных с велосипедом. Теперь представьте себе, что мы сделали бы езду на велосипеде безопаснее, умнее и проще путем применения дистанционных автотехнологий на велосипеде. Мы научили наш велосипед понимать, где он находится и что вокруг него, что будет дальше и что он должен делать. Мы опирались на опыт технологий, которые Google использует для дистанционного управления автомобилем, но нам пришлось их адаптировать для работы с велосипедом. Мы решили добавить две дополнительные функции. Во-первых, вы можете попросить велосипед, чтобы он забрал вас, где бы вы ни находились, а также мы разработали режим комфорта, в котором педали фиксируются в положении покоя. Я думаю, что сама езда на велосипеде действительно может дать толчок экономике, потому что люди могли бы работать на своем велосипеде. Вы работаете в офисе, в доме, в автомобиле, а теперь можно работать на велосипеде. У меня появилось столько свободного времени, мои дети любят его, они свободны. Они могут ехать куда хотят, в любое время. Это удивительно. Мы считаем, что это самое значительное изобретение после изобретения самого велосипеда. В Google клиенты всегда на первом месте. С запуском этого велосипеда мы снова подтверждаем эту истину. Доступен только 1 апреля. Автоуправляемый велосипед от Google.